Ладно, а я тогда вот так. Леопольд, ты опять жульничаешь? Куда подевалась моя ладья? Да ты ее на пол сбросил. Вот хитрец. Понял, что проигрываешь, да? Оставим пока игру. Похоже, у нас гости. Какая на этот раз страна? Ага, Израиль. Габриэль, здравствуй. Как ты поживаешь? Как настроение? Надеюсь, праздничное? Поди уже, елочка наряжена, и всякие вкусности приготовлены. Представляю, как у вас хорошо и весело. А сейчас мне не терпится посмотреть твои фотографии. Ну разве можно смотреть на эту фотографию без улыбки? Настоящие друзья — это здорово. Что ж, нужно иногда и пошалить. Побольше бы таких радостных дней, правда? У тех, кто любит животных, доброе сердце. День рождения. Ты стал на 1 год старше. Поздравляю. Вкуснотища. Я бы тоже такой съел с удовольствием. Ох, да чего же красивый рисунок. Что, селфи, холодно на улице? А хорька ты зачем привела? За помощью или на экскурсию? Вроде с ним все в порядке. Значит, просто хочешь чем-то в дом похвастаться? Ну и куда ты собираешься отвезти своего друга? А, на лифте покататься. Надеюсь, хорьку понравится. Во всяком случае, больше, чем сове, которую ты приглашала на прошлой неделе. Птицу ведь высотой не удивишь. Лифт установлен у меня в библиотеке. Мы сейчас с тобой туда тоже отправимся. Только не на лифте кататься, а совсем по другому поводу. Большая у меня библиотека, правда? И все книги здесь необычные, волшебные. Вот возьму сейчас твою книгу и все про тебя узнаю. Квадрош, ты уже здесь? Молодец. Ну что ж, получай задание. Вот такой у меня безотказный помощник. Он мигом найдет на полке то, что нужно. Объект не обнаружен. Объект не обнаружен. Странно. Может быть, я неправильно ввел данные? Попробую еще раз. Пока Квадрон ищет книгу, я покажу, что собираюсь отправить тебе по почте в большом красивом конверте. Будет в нем и письмо, и похвальная грамота, и интересная игра. Объект не обнаружен. Объект не обнаружен. Вот незадача. Что же могло случиться с твоей книгой?
А, вспомнил. Я ведь на днях брал ее посмотреть, да, видно, на место не поставил. Где же она может быть? Что, Селфи, зачем ты мне лапку показываешь? Я понял. Ты напоминаешь мне про белочку с больной лапкой. Я шел по коридору с книгой, а тут ты мне навстречу вместе с хромой белкой. Я сразу отправился в аптеку за лечебной мазью. Наверное, там и книгу оставил. Спасибо за подсказку, Селфи. Как же я рад, что книга нашлась! Квадроши, поставь эту книгу в старинный сколькометр, пожалуйста. Хорошо, что загадка разрешилась, а то я ужасно разволновался. Как бы не пришлось искать что-нибудь нервоукрепляющее в моих аптечных запасах. Вон у меня сколько всего полезного и целительного заготовлено. Так, а это что за звуки? Кажется, что-то случилось в подарочном зале. Ха-ха, вот вы куда забрались. Напрасно. Робот никуда не поедет. Он перевозит только упакованные подарки. Выбирайтесь поскорее из кузова, пока вот этот ловкий погрузчик не подхватил одного из вас и не увез на упаковку. Вот и славно. Робот снова может заняться своим делом. Ну а мы, наконец, пойдем включать волшебное устройство, которое очень точно выставляет детям оценки за поведение и прилежание. Эй, друзья, что вы там делаете? На чердак собрались? Спускайтесь вниз. На чердаке сколькометра больше нет. Я его в музей старинных игрушек поставил. Вот он где, мой сколькометр. Я его почистил, смазал и немного отремонтировал. Теперь у него все лампочки загораются. И своя собственная мелодия играет. В этой комнате у меня много и других старинных вещей. Посмотри, какие подарки я приносил детям много лет назад. Храню я здесь и всякие безделушки. Например, вот такие. А сейчас за дело. Сколькометр мгновенно изучит всю информацию за прошедший год, которая содержится в твоей книге, и сообщит, какую оценку ты заслуживаешь. Ну что ж, приступим. Габриэль, тебе уже 3 годика. Начинается проверка поведения. Какой хороший результат! Так много добрых поступков! Итак, проверка закончена. Пора выйти во двор и посмотреть праздничный фейерверк. Ох, какая метель вдруг разыгралась. Ничего не видно. Ни ледяного сада, ни беличьего домика. Так мы и наш фейерверк не увидим. Метель метелится. Утихни ненадолго. 1, 2, 3.
Ну вот, совсем другое дело. Можем начинать. Вот и подошла к концу наша встреча. Остается только пожелать тебе много веселья в эти праздничные дни и много ярких, радостных мгновений в наступающем новом году. А сейчас мне нужно прокатиться на своих чудесных санях. Долго стояли они без дела. Хочу проверить, все ли с ними в порядке. Скоро нагружу их доверху подарками, и помчимся мы над горами и лесами, над полями и морями, чтобы порадовать всех детей, которые верят в чудо. До встречи!